Надир, добрый день. С какой целью вы приехали на эту выставку и какие цели преследуете? Здравствуйте. Компания «Меридиан» – представительство одной из большой, крупнейшей, можно сказать, группы иранских компаний. Мы приехали сюда открыть представительство. Мы уже производим бытовую химию под брендом AVE и жевательные резинки под брендом Biodent. И мы привозим сюда из Ирана и раздаем, и уже скоро мы хотим открыть здесь производство, наш завод. Наша группа занимается более 70 разных направлений по разные отрасли, а еще у нас есть 24 тысячи работников не просто в Иране, у нас есть в Европе, в Канаде и еще там в Средней Азии страны. А почему для производства решили выбрать именно Россию? Просто взять, здесь очень перспективная продажа, и тем более уже Россия наш сосед, и здесь мы видим, что очень хороший потенциал для развития наших продуктов вообще в России и остальные страны СНГ. А какую продукцию привезли на эту выставку? На эту выставку мы привезли, так как эта выставка уже по поводу продуктов питания, мы привезли жевательные резинки под брендом Biodent и Action. Надир, спасибо вам огромное. Пожалуйста.